Друзья, всем привет! Я на рыбалке. Сегодня вторник, 28 декабря. Опять я на озере Изменчивом. Будем ловить корешку малоротую. Ну, если попадется зубарь. Смотрим. Ну, подготовимся сейчас. Почистим луночки. И опустим удочки. Как удобно я придумал. Раз, повесил этот чехол. И удочки все удобно брать. Буду ловить на ту же самую, на которую в прошлый раз. Розовенькие. Так. Начинаем. Каша манная с крилем. Ну вот, минут 40 сижу. Уже вот такой результат. Вот рыба клюет хорошо. Сегодня повторяем. Ох, навашка маленькая. Навашку отпустим. Тихо, сейчас все позапутаешь мне. О, иди. Навашка нам не нужна, поэтому такая маленькая, мы ее отпускаем. Но малородочка клюет неплохо. Сегодня даже соотношение крупной и мелкой совсем другое. Сегодня покрупнее рыбка поклевывает. Вот она. Вот хорошенькая, средняя. Так. Неудобно снимать и стряхивать ее. На махалку тоже клюет, но почему-то она у меня много сходов. Видать, блесенки у меня тупые. Подправлять надо. Парит. Хорошо, с самого утра начал клевать. Как пришел, палатку поставил, пробурился. Буквально сколько там, пару минут и начало поклевывать. Не то, что в прошлый раз, там ближе к обеду. Ну и сегодня клев такой постоянный, но не такой активный. Ну, с полтишок я уже поймал точно. Такие вот хорошие вот они. Вот. Хорошая. Вот отличная. Толстячки. Вот клюет, как в прошлый раз, по две штуки. Рыбка в ведре прибавляется потихонечку. И это радует. Вот, клюет постоянно. А вот на махалке что-то не могу приспособить их сегодня. О, о, ух ты ж, ах ты ж, вторая вон рядом с ведром упала. Отлично, отлично, рыба хорошая сегодня, получше, чем в прошлый раз. О, вот и махалка сработала. Ах ты ж, навага ушла в лунку опять. Так, тихо. Поклевывает, также продолжает. Тут обурили немножко, она отошла и сейчас опять прошла. Сейчас подойдет. О, я же говорю, подойдет. При кормочке сыпанешь, подходит и покрупнее поклевывает. Вот улов, пол ведерка есть уже.
рыба всякая. По две. Шпарит, шпарит потихоньку. Ух ты! Вот это да! Не выдержалась даже своего веса. Вот это малородина. Вот это здоровяк попался. Крупнее подошла. Смотрите, сейчас леска пойдет в сторону, значит клюет. Вот она. Есть. Ах ты ж, сошла. В лунке прям. Даже клюет, когда мешаю. Рыбалочка зачетная. Не сильно активная, но и не пассивная. Посмотрим, что происходит снаружи. Так что мне подрыгает. Пришел, а у меня здесь рыба на крючке. Так еще и за глаз подсеклась сама каким-то образом. Ха, вот это да. Так, сейчас мы ее, нам ее надо снять. А, ушла. Сейчас опять подойдет, прикормим ее. Самое главное, чтобы не шибались здесь. О, поклевка. Вот, есть. Клюет снова. Рыба есть, пугает ее сильно. Шибают, на бедрах катаются. Вот, не обманываю. Все есть, все клюет. Вот еще бурят. Лунок мало, видать. Вот. Клев продолжается. А я чаю налил. О, хороший. Хорошенький. Корешманчик. Клюет. Надо знать, чем прикармливать. Тогда и улов будет. А не просто сидеть, с места на место переходить. Все клюет, все клюет. Так, ладно. Перекусим немножко. Так. Как бы нам это все сделать? Хлебушек черный, сырок, колбасочка. Ну и кусочек сала собственного посола. Пока у меня перекус, у рыбы тоже вон она. О,
что происходит. Вот она. Не дает чайку попить. Клюет и клюет, клюет и клюет. Просто удочка стоит, а она клюет. Вот, сижу на одном месте, никуда не хожу. Клюет и клюет. А тут товарищи ходят и пугают ее. Только. А у них не клюет почему-то. Вот оно. Ах ты ж, махалочку. Установка на улице. Так, а где? Хотел время посмотреть. Ладно, черт с ним. Все сидят, тоскуют. Кто по палаткам залез. Ну а кто так сидит? Кто так сидит, я пока ни одного не видел, чтобы кто-то что-то поймал. Вот соседи мои. Не знаю, как они мне тут палатку эту вот вычислили, подсели рядом. Сейчас покажу, как неправильно рыбалить и почему у них она не клюет. То есть вот такие уловы и вот такой улов. Сейчас расскажу немножко о их ошибках, может кому-то пригодится. Сейчас вот так будем, посмотрим. Вот рыба. А вот в ряд 4 человека сидят и нет, не клюет ничего. А все потому, что они опустили удочки до самого дна и пытаются там что-то поймать. У меня же удочка гирлянда метровая и 30 сантиметров от кончика удочки до карабинчика. Все, вот оно. И на такой глубине я ловлю. И удобно, и рыба клюет. А вот когда на дно опустили, пытается что-то со дна, там одна трава. Вот, есть. А они все сидят, раз, два, три, четыре, пять удочек, и ни одного не клюет. Так, сейчас скажет учитель, хотел показать, выпендрикс, и самого перестало клевать. Ну ладно, сейчас подойдет. Вот, есть. Рыба клюет, рыба есть. А люди сидят, скучают и будут говорить потом, что рыба не клевала сегодня. Ну, надеюсь, понятно было, объяснил. Вот. Меня клюет по две штуки. О чем я и говорил. Вот она пошла, родимая. Все, надо пересыпать ведро полное. Ну вот полная ведерко, у меня время где-то час, может начало второго. Рыбка клюет нормально, чуть похуже, чем в прошлый раз, ну на немного совсем. Так что рыбалкой доволен, и рыба сегодня покрупнее попадается, и средней побольше. Только опускаешь — есть, только опускаешь — есть. Рыба клюет из-подо льда. Вот метровая гирлянда и до карабинчика 30 сантиметров, 20. И она шпарит. Снова есть. Вот.
Плохо нету третьей руки, чтобы снимать одновременно видео и рыбачить. А то так приходится и камеру поставить, а другой рукой снимать. Кто-то мне там в комментарии писал, что ты ее трясешь, брезгуешь что ли ее взять. Да зачем я ее буду брать? Так это мне вообще нужно будет и удочку положить, и рыбу взять, и крючок вытащить у нее. А как снимать тогда, когда я буду? Непонятно. Да и я так привык снимать ее, стряхивать. Так, ладно, надо сейчас пересыпать будет. Вот такой размерный ряд сегодня. Хорошая. Все, я отловился. Вот мой улов. Это второе ведерко. Вот, полтора ведра я поймал. Ловил я вот на такие вот крючки гирляндочку. Розовая троечка. Отлично себя показала. Что в прошлую рыбалку, что в эту. Но я пока собираюсь. Ну все, я собрался. Оставил чистоту и рыбки немножко птичкам да лисичкам поклевать. Ребят, ну все, закончилась рыбалка. Улов хороший, отличный, лучше, чем в прошлый раз. Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Всем желаю здоровья, добра, успехов, хорошей рыбалки в следующем году. Но эта рыбалка была уже, скорее всего, последняя. Встретимся мы с вами уже в январе. Спасибо, что смотрите. Пишите комментарии, ставите лайки. Желаю хорошо вам отметить Новый год. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч. С вами был Иван Чурилов. До встречи на водоемах!